Куда мне надо идти, блядь? Нажми тап. Да вот эта хуйня появится у тебя, вот такая спасибо. Вот. Спасибо. Оп. Ну, блядь, это, сука, это не то, нахуй. О, видишь, у меня... Ты знаешь, что можно нажать на М? Нажми на М. Нажимаю. Вау! Что ты видишь? Я через тап захожу. Еблан, блядь. Ну, поставь охуенно. Ты знаешь, я с охуенными бегал и так, блядь. Ну, ты поставь охуенно, почему-то я не вижу на тебя охуенных. У меня охуенный, у меня оранжевый скин, пошел ты нахуй. Блять, у меня охуенный, у тебя хуйня ебаная. Да я рад, что у тебя охуенный, ты можешь отсосать хуй. Товар обмену не подлежит, понятно? Понятно. Подходите, ребята, нахуй. Нам также сегодня орала, блять, продавщица на базаре. У меня, блядь, цвет бензина самый. Кроссовки покупаем. Блядь, ребятки. Кому? А, я помню тебя, Игорь, ты у меня... Игорь Бич закупается не вас, значит, он лох. Я закупаюсь там, где, блядь, не закупается никто. Я закупаюсь там, где волки срать боятся. Страж. Страж. Как кто, блядь? Нас тут двое, блядь. А ты нахуй так ускоряешься, блядь? А я приколист. Ой, потерялся, наверное, Данька. Данька, давай, давай. Опа, я завис, подожди, я завис. Я вижу, блядь. Повышаю то, что ты разбираешься. А можно выбрать, а можно все материалы выбрать и удалить их нахуй? Нет. Охуеть, вообще-то... как ты разбирать? Понимаешь, у меня здесь... Блядь, ты хочешь уровень прокачать, чтобы у тебя все охуенно было? Я хочу... Ну давай. Хочу. Куда ты торопишься, блядь? Ты не выебешь этот мир, он тебя сотрахнет, блядь. Блядь, 100 шмоток просто и да. Ждать еще каждый. Ебану. Давай, давай. Не высовывайся. Ебать, блядь. Ты разбираешь? Я сдохну. Можешь свои шмотки пихать. Да я не использую это, я долбоёб, что ли? А, ты всего лишь 9 уровень, точно, я забыл. Одна калашников. Сука. Блядь, Данил из 8 Б, который в стендофе и ебёт всех, блядь, самый крутой парень. Блядь, они в ТикТоке такие охуенные видосы снимают, блядь, там такой зашкварный, так прикольно. И мне это нравится почему-то. Там, типа, знаешь, у нас так в клане долго появилось пополнение, типа, кто это может быть? Музыка лагучий, короче, геймплей, и там вылетает из окна долбоёб. Это же Виталий из 3-го Б. Мастер М16, ваншотер, блядь. Ясно, смешно. Ты конченый? Как это? Ну, спасибо. Блядь, еще 60 шмоток осталось. Давай, давай. Все должно быть при тебе, ты все это разбираешь, что тебе не надо только. Потому что, ну, оставь себе нужное, да все равно у тебя это все будет. Мне принес другой охотник. Да я это удаляю, потому что они ниже. Не надо удалять, тебе надо при себе это иметь. Ты это разбираешь, блядь, приносишь ресурсы этому долбоебу. Он тебе дает репутацию, ты получаешь пушки за это, нахуй. Разобрать я называю удалять. Пошел ты нахуй, тут можно удалить еще. А можно Игоря нахуй послать? Можно, ничего можно. Ничего не будет. Пришло время зачистить себя. Ясно, блядь. Ты прям молодой аристократ на туре, блядь. 60 пушек. Ебучий, блядь, однокалашников на крышу с Моргенштерна, блядь. Видишь на его зов? Это я мусор, блядь, который Игорь так ебучий, блядь. Говно, санина, хер бледина. Понимаешь, ты играешь в Бравл Старс, нахуй, еблан, с тобой можно разговаривать, нет? Мод дела, рука в лот, санина, очко, блядь, дун вагина, сука, еблан, чё, лагань себе, дун вагина. Это пизда, ты знал, я... Ну, это и наебал меня, получается. Сколько у тебя ресурсов? В плане каких ресурсов? Сука, разбирай пушки свои, нахуй, не надо к нему идти. А вы какие, блядь, долбоёб ебаный, сука, неадекватный, чёрт. У тебя сейчас есть ресурсы, блядь? Называется оружейный материал, уёб. Да, да. Охуеть, спасибо, чё он мне дал взамен? Блядь, ебучий обоссанный какой-то шейдер, блядь. Ладно, да, ладно, мы не будем злиться, мы его еще не видели. Надеюсь, сейчас посмотрим. Мы будем, и да. И дал, ты и дал понимаешь... обоссанное оружие, которое по характеристикам ты... хуже, чем, блядь... Уф. Сука, блядь. Тебе надо качаться, долбоёб. Это сильно не влияет. Я сейчас буду, блядь, отжиматься, нахуй, тебе пойдёт так его свой. Блядь, чтобы воду горел, нахуй, сука, времени потратил. Идём мы с тобой, знаешь, куда, нахуй? Мы идём с тобой, блядь, на космодром. Пчёл ебать, пошли. Да? Да, ты зовёшь. Так давай по твоим заданиям бегать.
Мои недоступны тебе. Хуяли. Давай. Делай меня лидером. А хуй тебе. Да надо. Это твой сзади слева. Да? Ой, нахуй. Твой сзади слева, да? Мой спереди. Какой он крутой у тебя. Вау. Мой спереди. Ну вот я про него и говорю. Просто там сзади говно какое-то летает. Ой, я бы не стал на твоем месте говорить. Почему я? Я же про свой говорю, получается. Твой же спереди. Ну да. Ну все. Ну, значит, я не буду. Тебя, значит, не будет задевать, если я скажу, что это говно параш ебаная, блядь, отстойная помойка. Но если бы ты это говорил по фактам, тогда да, а я так, ты не по фактам говоришь. Так я же про себя говорю, тебя это не должно задеть. Ты сейчас в мою сторону это сказал. Нет, я сказал на свой самолет. Да? Ну да, нахуй я так говорю, ты говоришь, он ты же нормальный. Спереди, он же ты не же похуй. Спереди, а я сзади лечу, получается. Он же неплохой у тебя, зачем ты так про него говоришь? А, я не знаю, я думаю, что он говно. А нахуя ты лечишь на карту, где надо нужен еще один человек, вот он, присоединился? А, потому что тут так распределено, понимаешь? Сука! Ты понимаешь, тут ты повышаешь децибел, один децибел на своем микрофоне, он превращается в мяч просто. Я мяч нахуй, я не микрофон, блядь. Я могу только, чтобы меня пинали, блядь. Младшие, будут и дальше какой? Ты не заметил, у нас одинаковый еблан? Где ты? Только нахуя ты себе где сделал, ты? Блядь? Где ты? А-а-а! Оп! Туда. Сосать? Ты, блядь, если я сейчас не вижу, как ты ультуешь, блядь, я разозлюсь просто. Почему? У меня нет ульты пока что. Потому что ты ее не можешь накопить, потому что ты никого не убиваешь. Блядь, ты будешь по роботу стрелять или не сможешь? А? Можешь оживить меня, можешь... стоять дальше, ничего не делать. Да, он не будет. Спасибо, левый чел, который не со мной в пати. Да просто ты... Я по факту не... прав, я прав. Да. Ну все, ты хочешь паузу взять? Я уже взял ее. F5. Я уже АФК. Ты, блядь, не только в АФК, ты еще умница. О, какая-то хуйня выпала. Я, блядь, почему я залезть не могу? Ну, надо заняться паркуром, что ли? Паркур это сила, и мы всех порвем, мы прыгаем обычно втроем. Мы примчим тебя по городу, три пацана. Никто против нас, мы все посылаем на. Вот сундук, блядь, смотри. Забрал, я уже заебал. Чё ты получил? Я надеюсь, пизды? Твоего бать. Отдай. Он в сундуке остался. Класс. Я шмотки надену. Столько лет прошло, не меняется мужик вообще. Был в сундуке, остался, бля. Бля, такая хорошая шутка, сука. Ну-ка дай-ка скин заценю. Блядь. Данила из 8 Б топский. Бля, красава, красава. Понятно, лучник. Блядь, надо все-таки драйвера скачать, а то что-то не то. Ты еще скажешь, что ты без драйверов играешь. Да. Все ясно. Кажется, крепкий изолятор патчев. Скоро упадет. Понятно, почему я такой токсик. Ты не токсик. Слишком сложно для токсика. Невозможно этот сдерживать эмоции, когда Игорь разговаривает. Вот я с ним разговариваю. Ну я пропущу ее. Выглядит круто, но я не хочу смотреть.